Детская игрушка и настоящий российский бренд. С 25 декабря в Центральной районной библиотеке имени Леонида Соболева идет выставка матрешек, расписанных мастерицей Галиной Пановой. Ее творческий путь необычен. Отработав почти четверть века в конструкторском бюро, Галина Панова решает посвятить себя творчеству. По словам художницы, денег было мало, но изобразительное искусство изменило всю ее жизнь. Автор выставки начинала рисовать в авангардном стиле, но в итоге нашла свое призвание в народных промыслах. И в художественных промыслах, и в народном искусстве технологии и простые, и мудрые, и это счастье, когда ты делаешь по правилам. Художественными промыслами Галина Панова занимается уже на протяжении 10 лет. Для автора матрешка – символ русской самобытности, народной мудрости и неразгаданная тайна. На выставке представлены матрешки, расписанные с начала 90-х по 2002 год. Есть среди них и самая первая работа, созданная в 93-м в городецкой технике. Мы делаем себя, когда пишем, делаем матрешки, мы пишем себя. На лице отражается многое что в нашей душе. На выставке не найти двух одинаковых матрешек, каждая из них уникальна. Все они выполнены в разных техниках – хохлома, Федоскина, Санкт-Петербургская на основе волховского письма. В росписи используются охра, поталь, имитация позолоты и другие краски. Автора привлекают как ярко выраженные декоративные мотивы, так и сказочные сюжеты. Работа поистине ювелирная, самая маленькая игрушка всего 1 сантиметр высотой. Кроме самих матрешек, которые составляют основную часть экспозиции, на выставке также представлены и другие экспонаты. Однако росписью матрешек интересы Галины Пановой не ограничиваются. Она находится в постоянном творческом поиске. Сейчас художницу интересует иконопись. Не исключено, что в ближайшее время она представит свои работы. Ну а посмотреть на матрешек можно до конца января.